Ты что, следишь за мной? Нет. Вышел прогуляться. А ты что здесь делаешь одна? Думаешь обо мне? А зачем мне о тебе думать? Я жду Толгу. Он не придет. Откуда такая уверенность? Я избил его до смерти. Его увезли на скорой. Что ты сделал, говоришь? Ладно, сиди, я пошутил. Они вышли с отцом. Поэтому знаю, что не придет. А зачем ты это говоришь мне? Чтобы обрадовать тебя. Думаешь, я не понимаю? Ты же хочешь этим вызвать мою ревность. Понятно, что рано или поздно я разделаюсь с ним. По-твоему, я сейчас с ним, чтобы просто заставить тебя ревновать? Ты ошибаешься. А что же тогда? Он вдруг начал тебе нравиться? Да, мне нравится проводить с ним время. Он хотя бы не обманывает. Не пользуется моим доверием. А тебе-то что? Я свободна, могу делать, что хочу. Не можешь? Могу. Можешь. Почему ты так уверен? Потому что я это вижу, Джейлан. Ты все еще любишь меня. Иначе сняла бы уже это кольцо, которое я подарил. Я больше не люблю тебя. Не нужно противоречить себе, Джейлан. Не мучай себя. Мы не сможем жить друг без друга. Признай, что тебе тяжело без меня. Но это не так. Сказать тебе, почему я ношу это кольцо? Чтобы помнить. Но не тебя. А твое мерзкое двуличное отношение ко мне. Вечера, которые я провела одна, вся в слезах. Чтобы этого не повторилось. И я буду носить его до тех пор, пока не сотру из памяти все, что ты сделал. Я сделаю все, чтобы забыть тебя, Коркут, запомни это. Значит, готова на все? Готова. Ты будешь с Толгой, чтобы попытаться забыть меня? Буду. Оставь меня в покое. Что еще стряслось? Говори быстрее. Алло, Коркут? Где ты? А какое тебе дело? Я в аду. Что, хочешь примчаться? Подожди, не сердись ты так. Говори быстрее, мне надо идти. Хочу сообщить тебе одну новость. Она одновременно и хорошая, и плохая, понимаешь? Хватит испытывать мое терпение, говори. Коркут, Илмаз умер. Слышишь? Я говорю, Илмаз умер. Коркут, ты слышишь меня? Слышу. Слышу. Но что мне сказать? Я рад за тебя. Как ты узнала? Мне позвонил брат. Хочу сказать. Все состояние Илмаза по праву переходит ко мне. Ты слышишь? Слышу, да. Послушай. Теперь мы с тобой хорошо заживем. Мы станем одной семьей. Ты, я и наш ребенок. У нас все будет хорошо. Послушай, ослы, слушай внимательно. Мне не нужны чьи-то деньги. Я ни копейки у тебя не возьму. Тебе нет места рядом со мной, понятно? Забудь меня.